Друзья, и третья новость. Я вам раньше говорил, что я начал принимать чудо-бальзамы современной технологии. Ну вот так вот. Слушайте, хочу с вами поделиться результатами. Уже скоро будет месяц, как я уже с мамой принимаем бальзамы эти. Ну и вам показывал это на своем канале. Вот. Ну вот сейчас как вот сейчас такое время, это как бы осенняя хандра. У меня в это время начинается у меня простудные обострения. Ну как и у всех. Так вот я по себе хочу сказать такой случай по себе. Действительно работают бальзамы. Вот и мой личный опыт. Вот, чисто проверено на себе. Я начал заболевать. Начал нос залаживать у меня. Я уже хотел уже перейти на таблетки, хотел перейти. Вот это как бы капать нос, как обычно мне делаю это, как обычно я делаю всегда. В этот раз я только вот это на ночь это, что единственное, я накапал назол и все. Со следующего дня у меня пошло улучшение. То есть, как бы, но заложенность прошла, недомогание прошло, вот. И что я отказался, не стал подключать таблетки. И назвал я даже это, я не стал даже капать. И я сейчас чувствую до тех пор хорошо и нормально. И еще появилась физическая выносливость у меня. Вот это тоже самое главное, что я заметил. Я даже как какая-то, как лошадь, что ли, стала бегать, что ли. Это вот это, как бы, вот это, три круга я на большие расстояния стал проходить. Ну вот сейчас я до тех пор, я и не принимаю никаких ни таблеток, и не капаю нос всякими каплями. Вот это вот мой личный опыт просто, вот то, что я наблюдаю, вот это в первый месяц это использование этих бальзамов. Вот.